Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Горожанка в селе», и сегодня мы опять будем говорить про Надежду, про странную женщину, которая живет в Англии, мечтает переехать в Россию, построить ферму, разводить лавандовые поля, разводить овец и, по последней информации, предположительно, еще и ромашковые поля. Потому что в Англии, как она сказала, на полях, где растет ромашка, вход ей запрещен. Полистаем ее странички. Чем она нас удивила в этот раз? Страничка жемчужная, очень нужная. Надежда в сообществе всех удивила. Такое она там интересное сообщение разместила. Пост в сообществе Надюша разместила. Очень слезно всех просила. Посмотрите, жемчуга, в жемчугах тех. Что? Пурга вот командует. Смотрите, и ее не подведите. Это провокация. Дрянь там информация. Жемчугами раскидалась. Жемчуга бездельные, данные поддельные. Еще одна страничка. Страничка болезная, совершенно бесполезная. Собачонку показала, про болезни рассказала. Бедные собачки у такой маньячки. Их гулять не водит, дома их изводит. Сад передний засрала. Вот такие вот дела. Страничка гостевая. Противная такая. Ходит Надька в гости, а потом хозяйке моет кости. Вот последний раз сказала, что-то плохо угощала. Видишь ли, там подавали только пиццу. Что хотела, рябчиков или другую птицу? Гостей к себе, Надька, пригласи. Очень вкусно угости, а потом уж обсуждай. И потом уж рассуждай. Англичане, не приглашайте Надьку в гости, чтоб не мыли вам потом кости. Страничка чайная, очень отчаянная. Что нам Наденьку учить? Как ей надо чаю пить? Все равно ведь не поймет. Сделает наоборот. Пакетик будет полоскать, будет мышкой называть, будет после мышки пить. Молоко вот в кружку лить. Ой, крамолу сейчас скажу. Что-то вам я расскажу. Надька, ну скажи, зачем тебе бутылки? Что там? Знаем мы, вино. Видно, пьешь уже давно. Нет, не пьешь. Ну, выпиваешь. Ты сама об этом знаешь. Расскажи, вкуснее, чем чай? Неужели невзначай пристрастилась? И вот смело так на Ютуб ты притащилась. А ведь учишь целый свет уже много-много лет. Все мы знаем наперед. Надька врет и много пьет. Пьет, конечно, только чай, а винишко невзначай. Теперь самая главная страничка – опасная. Внимание, внимание! Обращение к гражданам Англии. Где-то в Англии живет очень странное создание. Обращаю на нее ваше пристальное внимание. Будьте осторожны, ходя по магазинам. Внимание уделяйте всем своим витринам.
Там Надежда погуляла, все своей рукой хватала. В этот раз цеплялась за чай. Это было невзначай? Нет, специально цапала, все руками лапала. Пофиг ей, что карантины. Любит Надька магазины. Там по полкам пошуршать, языком вот потрещать. В этот раз чай тормошила. Чай буравила, как шила, и костлявой рукой. Надька, ты остановись, постой. Что ты цапаешь продукты? Цапала ты также фрукты. Ну, а если, как и ты, кто-то ест их без воды, не помыв? Вот до беды. Англию ты доведешь. Руки моешь или врешь? Вот пример вам для показа. В Англии зараза ходит по чужим рукам. Ну не страшно, что ли, вам? Костлявая рука. Костлявая рука. Ну вот так, дорогие друзья, полистала я странички, кое-что вам рассказала, кое-что вам показала. Заходите на мой канал, мы еще посмотрим Надежду, еще о ней поговорим. Как нам жить без нее? Привыкли мы уже к ее чудачествам и смотрим ее ролики, как комедийный сериал. Надеюсь, что меня смотрели адекватные люди, понимающие шутки и юмор. Пока-пока! До следующей встречи!